Сегодня 13 октября, и мы продолжаем репортаж, вторую часть про опята. Опята пошли в Адыгее. И мы в красивой такой замечательной балочке, вот, были позавчера в ней. Маленькие-маленькие опятушки пошли, прям вот хотим проверить. Еще не дошли до той полянки с папоротниками, где мы хотели начать репортаж. Мы уже хотим снять, что мы нашли. Вот такие вот красавчики. Вот они по бревну начинается. Начинается вот. Угу. По бревну, по бревну. Вот поменьше, вот они, побольше. Маленькие. И вон туда, посмотрите, вон они, вон они. Ага. И вверх, вот они. Ой-ой-ой, красивые. И вон такой же бревно, тут надо. Ай-яй-яй. Ой, как супер классно. Вот такой еще пенечек нашли, небольшой, хороший, вместе спилим, вот так, вот они моллюски, так, так, главное не повредить кору, вот они. А вот это чудо, бревно, вообще было, нечего было взять. Вот такие малюсенькие были. Сейчас же они самые-самые классные. Иди сюда. Вот они какие красавчики. Так, и бревно за бревном. Так, и где же то бревно, с которого я начинала? Такую красоту будем собирать вместе. Как вам такой кустик красивый? Даже не знаю, с какой стороны, чтобы его не повредить. Чтобы маленькие не оказались. Ой, красота! Эти мои зайчики. Я просто... балдею, когда я собираю грибы, когда их нахожу. Просто не могу сидеть дома, зная, что там грибочки радуют людей. Просто руки трусятся, как я хочу в лес. Сижу дома, сижу на работе, а сама думаю, получится, не получится вырваться в лес. Так, закрыли. Вот такая красота у нас сегодня. Не так часто бывают такие малявочки. А вот еще один пенечек, который мы оставляли очень-очень маленькими. И самое главное, что посмотрите, плесневеет. То есть вроде бы и жара бешеная, а вот они плесени. То есть эти уже никак не возьмешь. Ой, посмотрите, все сами по себе опадали. Сегодня мы подъехали сюда, была жара 26 градусов. Здесь. В горах, представляете? 31 было сегодня днем. Сейчас уже после обеда, вот они маленькие лезут. В общем, мы выходим с леса. Одну балочку мы прошли. Результат у нас следующий. У меня одна корзинка, ну, может быть, одна третья. И у мужа полтора ведра полных. То есть мы сейчас рюкзаками в рюкзаки закинули. Грибочки как гвоздики, они не мнутся. Вот, лес красивый. Вот, выходим. Сейчас будем спускаться еще в одну балочку. У нас есть буквально один час. И посмотрим, что у нас получится. Вот мы идем по балочке, и я наткнулась на кустик вешенки. О, хорошие чинарики. Сейчас мы... Опа. Все знают, грибники, что одной рукой снимать, а другой рукой резать очень неудобно. Ну, хороший кустик. Ах-ах-ах. Вот такая вешенка.
чистенькая, не поеденная. По-другому их называют чинарики, потому что растут на дереве, которое называется чинарь. Темно-бордовый трутовик. Так красиво смотрится, слушайте. Обалденно. А я нашла вот такой вот гриб на тонкой-тонкой ножке. Сейчас я вам покажу. Вот один, и вот он второй. Ну, все говорят, поганка, да. Но отличие ее в том, что тонкая черная ножка. Внутри она пустая. И когда запах пробуете, он чесноком пахнет. Реальный чесночный гриб. Его перемалывают и кладут в этот, в приправочки, в супы. Ну, в общем, муж меня позвал. Вот мы дошли до этой балки. И думаем, порадует нас эта балочка или нет. И мы видим. Обалдеть! Опять, как мы вовремя. Ёлки-палки. Одни гвоздики. Ёперсоты. Ура, ура, ура. И туда вышло. Спасибо, лесовичок-боровичок. Господи, спасибо. Вообще такое счастье. А уже вечер. Вау! А теперь туда посмотрим. Шаг вперед. Не ругайся. Я вашу душу. Класс! Вот это нам повезло. А уже, темнеет. От того дерева идет? Вот от верхнего. Вот от этого дерева, муж говорит, все идет. Офигительно, классно. А уже 4 часа даже, полпятого. До полпятого вечера. Сейчас пока соберем здесь. Вот эту красотень. Вот как мы собираем опята. Опа. Фу! Глина прям мокрая-мокрая. И вот у нас продолжение. Вот они. Красотульки. Какие. Вот они какие. Это счастье. Наслаждаться лесом, дышать свежим воздухом. Такие красивые дары природы получать от леса. Каждый грибочек надо перебрать, да, взять в руку. Каждый грибочек надо. Это не то, что куча, прям раз и все. Ой, все равно каждую кучку потом просматриваешь, обрезаешь ее. Я думаю, что те, кто любит грибную охоту, знают, какой это труд. Вот чем порадовала нас вот такая красота со второй балочки. Вот такой у нас результат. В машине уже снимаю. Вечер. Корзиночка почти полная. Ящик один и ящик другой. Все маленькое. Все такие малюськи, ну какие мы и хотели. Вот. Все получилось как нельзя лучше. Здорово. Мы очень рады, очень довольны. Все, всем полных корзинок.